Вскрытие Макса. Извините, я на пупах уже ебанулся. Охренеть, да ладно! Че это такое? Да идите вы в задницу! Компьютер это или что это? Всем привет, меня зовут Костя. Бокс. Кто бы мог его подарить? Кто бы мог подарить, интересно, сюрприз. Брок. Тоже на день рождения? Да, конечно. А, это как бы скрыть его вскрытие? Да. Не, Макс, не получится. Я просто хотел похвастаться подарком. Они когда только начинали снимать, ну, они же вначале на порнохабе вместе были, и в первую экуляцию Макса они с таким же ебалом сидели, если честно. Я не ожидал. Это было очень неожиданно. Офигеть. Это прям очень эффектно выглядит. Интересно, насколько хватит... Чтобы вы понимали, вот так было. Или вот что-то такое. Язычок, назовем его так. Как все удобно-то. Никита сказал, знаешь, что? Он говорит, это тебе для офиса. Ну... Ебать, он рано среагировал. Так пузыри потом. Ничего себе. Тихо, чё Это было очень неожиданно. Офигеть. Это прям очень эффектно выглядит. Интересно, насколько хватит этой машины? По-моему, надолго. А там же можно заливать потом новую свою? Ну, залил ее спермой, она вернула и накинула сверху. Продолжается. Итак, мне кажется, логично будет... Витя сказал, что быка будем играть. Какой нахуй быка? Где он? Его нет еще. Вскрыть все-таки вот эту вот фольгированную штуку, а это напоследок оставить. Да, точно. Баня, что такое? Вырубит таки... Как... Я... Доктор Пейпер? Это реклама, скорее всего, будет магазина, который Юлика наебал. Это... Мороженого образуется шарик, берет стакан, переворачивается ложку, как только... Блять, фу нахуй, у меня, короче... В моем городке было кафешка, называется «Глубина», нахуй. И в ней готовили коктейль «Джисаиская корова», нахуй. Это кола с мороженым. Блять, это такая блевотина ебаная. Но бывшая очень любила. А я любил тупо милкшейк такой. Поняли, да? Давно ебался, у тебя 97 шуток про хуи, пизды и всю хуйню. Ты сейчас в Питере, нет, братишка? Только соприкоснулась мороженое с этим напитком, из-за разницы температур пошла такая вот волна. Вы отпиваете, и вот тот самый... Вы слышите, там на фоне ебашит диспозита. Вкус чувствуете, то есть, понимаете, это вот вишня плюс ванильный пломбир. То есть, не просто ваниль, не просто мороженое, не просто вишня, это вообще... Вкус нет. Долби вкус, то есть, такой вот... После стерео что идет? Долби? Сураунд, ну, типа того. Сураунд идет вкус. Братишка в гелике сосет только, нахуй, без обид. То есть, которого нет, пока напиток в стакане. Ну что ж, после... Вот даже... Абонемент... Что это за хуйня такая? Вот мне... А, нет. Вау! Охренеть, да мы всегда вроде нет. Да идите вы в задницу! Охренеть, это же просто бешеных денег стоит. Я слышал, что Борг стоит очень больших денег. Да это, блин, там сороковник минимум стоит. Тогда спасибо большое. Это стоечница-грильница. Гриль Борг G800, руководство по эксплуатации. Я хотел себе такое, отвечаю, хотел. У тебя будет... Как думаете, проотвечался или нет? Знаешь, что подарить? Передарить. Здоровая шляпа. Да ну не, да не верю. Да нахрена тебе такой нужен? Ты Пода... чё, фудблогер что ли? Может реально готовить ее? Слушай, Дим Димыч решил вопрос, Ой. Ну Дим Димыч решил вопрос. Блин, меньше чем 3. Здорово, братик. Спасибо тебе большое за второй месяц. Спасибо огромное, родонь. Все жесты сразу показал, что умею. Спасибо, брат. А вот какой-то вот рецепт, связанный с этим грилем, потому что... А я помню, реклама где? Реклама будет? Без рекламы, что ли? Нихуя себе. Удивительно, нахуй. New Balance за 2600, VS New Balance за 10 000. Поделка? Стоит ли переплачивать? Дико, например. Это ты в Наруто увидел? Я в Наруто не увидел ничего. В
Вскрытие на 106. Что же мне попалось? Что?